Доброе утро, дорогие друзья и коллеги. Мы продолжаем курс лекций по макроэкономике. Сегодня у нас вторая лекция. Посвящается она экономике и государству. Мы так назвали эту тему – экономика и государство. Хотя и в учебниках, и в иных лекциях вы сможете увидеть и иные названия данного предмета. Скажем, экономическая роль государства или государственное присутствие в экономике или вмешательство государства в экономику. По сути дела, речь идет об одном и том же – государство и экономика. Но, конечно, есть некоторые разницы в оттенках, скажем, между присутствием, неким, так сказать, пассивным, что ли, ну, созерцательным отношением государства к экономике, и вмешательством, то есть регулированием определенными действиями со стороны государства. Поэтому, по-видимому, вмешательство или регулирование более отвечает предмету нашего разговора. Но мы все-таки назвали эту тему «Экономика и государство». Значит, речь пойдет не только об экономике. Речь пойдет о государстве, которое является неким, так сказать, экономическим компонентом. И соотношение между этими понятиями весьма сложное, но и интересное. Прежде всего, в этой связи нам, наверное, нужно определиться, что мы понимаем под государством. Я предлагаю вам традиционную формулу, заимствованную еще из, так сказать, ну, скажем, конца 19-го, начала 20 века, но тем не менее она настолько четкая, что имеет смысл ее повторить и сегодня. Итак, государство – это политическая организация общества, которая располагает властью и силой и возможностью распоряжаться, распределять общественные ресурсы. Общественные ресурсы. Повторю, государство, таким образом, это три, так сказать, фактора, три взаимодействующих обстоятельства. Государство – это власть, государство – это сила, в том числе, естественно, и оборонная, и военная сила. И третье, государство – это распорядитель финансов. И не только финансов, но и вообще материальных ресурсов общественного назначения. Государство. Для того, чтобы перейти к экономическому содержанию государственной деятельности, давайте хотя бы коротко остановимся на том, как, на какой почве произрастало государство? Каковы главные, что ли, действующие лица, определившие, что такое государство? И в этой связи, конечно же, надо вспомнить об Аристотеле. Это 2,5 века до нашей эры. 2,5 века до нашей эры. Аристотель писал о том, что государство призвано или должно распоряжаться благами, должно помогать производить благо. А в то же время люди – это политические существа. Политические существа, и на этой вот почве государство является как бы таким вот естественным, что ли,
ну, организмом, естественным организмом, в природе вещей, как он писал, в природе вещей заложено государство. Ну а теперь Средневековье. Средневековье прежде всего, 16 век, это Никола Макиавелли. Никола Макиавелли. Никола Макиавелли, которого называли еще флорентийским секретарем. Но что флорентиец он был, это понятно. Но почему секретарь, то ли он исполнял эти функции, должность такую имел. Дело даже и не в этом. Дело в том, что у Макиавелли государство определяется как институт аморальный. И государство располагает набором всякого рода методов, в том числе вероломством, безнравственностью. Все это присуще государству, и, собственно говоря, государь, его главные произведения так и называются, государь имеет на возможность и полезность даже использовать такого рода методы в своей деятельности. И в этой связи Макиавелли остался в истории, вот в таком образе, в образе человека, деятеля, которому присуще, ну, некое такое вероломство и действительно, ну, аморальность, безнравственность и в методах работы и деятельности, отношений к другим людям. Вы, наверное, слышали в таком контексте и это имя Макиавелли. 17 век. Томас Гоббс. Томас Гоббс. Этот деятель называл государство Левиафаном. Это пошло от Гоббса. Теперь это часто очень употребляется, это название. Государство – это Левиафан. Что такое Левиафан? Это библейское морское чудовище. Морское чудовище огромных размеров, которое может захватывать все, что находится, так сказать, неподалеку или в сфере его влияния, может все это опутывать, использовать и уничтожать. Государство Левиафан. Так называл государство Гоббс. Он пришел к такому выводу не случайно. Он видел вокруг себя разорение, войны, всякое рода иные, так сказать, ну, такое зло, что ли. И вот в этой связи обозначил надобность в государстве как некой, так сказать, некой структуре, которая, ну, в какой-то мере поможет, ну, обобщить человеческое вот, существование, человечество и придать, пусть даже и такими не совсем хорошими методами, ему, так сказать, возможность существовать и производить материальные блага. Еще другой деятель 17 века – Джон Локк. У него интересная мысль, которая уже, так сказать, впоследствии стала развиваться и более, и далее. Локк писал, что частная собственность и общение людей по поводу частной собственности, рынок, по-видимому, возникают раньше, чем возникло государство. И вот именно эти обстоятельства, частной собственности, общения, сделали необходимым
появлении государства в виде общественного договора. Общественного договора. Заметьте, этот термин весьма и весьма популярен до сих пор. Государство – это общественный договор по поводу защиты собственности. По поводу защиты собственности. Надо назвать также Спинозу, Барух Спиноза, тоже 17 век. Тоже занимался, в частности, и вопросами государств, хотя круг его интересов был более широким, он и философ, и социолог, и, в общем-то, несчастный человек, умерший рано и в нищете. Но сейчас мы говорим о том, что внес Спиноза в учение о государстве. Спиноза писал о том, что людям присущ эгоизм, что зло правит миром, и что государственный договор, опять-таки договор, ну, это своего рода защита от безнаказанности. Появляется еще один, так сказать, аспект в рассмотрении государства. Договор для защиты от безнаказанности. И еще у Спинозы мы читаем: государство – это некий образ общественных отношений между людьми. Общественных отношений. Ну и, наконец, назовем Монтескьё. Жан-Луи Монтескьё. 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 18 век. Монтескьё известен очень многими своими выступлениями и работами, которые до сих пор используются. Вот, может быть, вы слышали, что существует такая политика сдержек и противовесов. Политика сдержек и противовесов. Этот термин ввел в политическую жизнь Монтескьё. Сдержек и противовесов, то есть попытка руководителей государства, ну, определенные равновесия найти, соблюдать, и при изменении их конъюнктуры посредством сдержек одних, так сказать, факторов, нахождение противовесов с другой стороны, опять-таки пытаться уравновесить общественную жизнь. И еще одно обстоятельство, что ввел Монтескьё, разграничение, разделение власти законодательной, исполнительной и судебной. Вот это разделение властей, оно применимо вполне и сегодня. И сегодня мы видим разницу этих трех, так сказать, элементов, образующих государство. Ну и последнее, что можно еще, может быть, и нужно сказать о Монтескьё. Учение Монтескьё легло в основу декларации о независимости Соединенных Штатов, декларации о правах граждан, о независимости. Ну, это, так сказать, века, которые далеко ушли от нас. Теперь вернемся в современность. Вернемся в современность, в 20 век, начало 21 века. И вспомним о экономисте, которого мы, может быть, уже и называли с вами в первой лекции, о Джеймсе Бьюкенене. Бьюкенен. Джеймс Бьюкенен. В 1975 году была издана его книга, которая называется «Пределы свободы». Двоеточие. «Пределы свободы». Двоеточие. Между
анархией и Левиафаном. Опять Левиафан. Между анархией и Левиафаном. Джеймс Бьюкенен, лауреат Нобелевской премии. Нобелевскую премию он получил, конечно, не только за эту работу. Он является основателем теории социального выбора. Выбора. Мы о ней будем вспоминать еще с вами. И когда будем более конкретно вести разговор о политике, экономической политике и в ряде других случаев. Сегодня мы поговорим о Бьюкенене, имея в виду, ну, его, так сказать, двойственное, что ли, отношение к государству. С одной стороны, государство необходимо. Государство необходимо, и государство полезно. С одной стороны. С другой стороны, и на этой другой стороне, как мы увидим дальше, Бьюкенен и делает главный упор, государство имеет целый ряд недостатков, искоренить которые сложно, и которые встречаются в той или иной мере в разных странах. Ну, во-первых, Бьюкенен приводит такой термин – контролируемый левиафан. Левиафан, да? Контролируемый левиафан. Какой страны контролируемый? Со стороны общества, со стороны избирателей, со стороны тех, кто находится, так сказать, вот в этой сфере деятельности Левиафана. И здесь нам, по-видимому, нужно подумать о том, что такое выбор. Ну, прежде всего, индивидуальный выбор. Каждый человек имеет свои предпочтения и в экономической деятельности, и, скажем, в потреблении, и в политике. Каждый имеет свои предпочтения. Эти предпочтения реализуются через выборы, и через выбор каждый такой конкретный момент действий. И вот как реализуется это предпочтение? Ну, через единогласные выборы. Единогласные выборы, которые вряд ли полезны и вряд ли могут действительно помочь решить проблемы. В этой связи он вспоминает Бьюкенен о том, что существует еще и выбор со стороны большинства. Со стороны большинства. Единогласие, большинство. Ну что, так вроде бы так и должно быть, это естественно. Но Бьюкенен вспоминает еще и о другом. Бьюкенен вспоминает о том, что в каждом государстве образуется некий круг людей, стоящий у власти. Круг людей, стоящий у власти, который имеет своей целью максимизацию собственных предпочтений. Максимизацию собственных предпочтений. Ну и в этой связи вот этот путь максимизации Бьюкенен называет путем увеличения политического дохода. Имея в виду здесь не только материальный доход, но и власть, и возможность воздействия, влияния на все или почти все стороны жизни.
Бьюкенен особое внимание в этой связи уделяет тому, что в странах, в большей части стран, растет слой чиновничества. Слой чиновничества. Он даже, так сказать, не очень, может быть, удачно говорит о том, что чиновники размножаются как кролики. Как кролики. Ну ладно. Он приводит пример Соединенных Штатов и пишет о том, что каждый пятый из работающих чиновник государственного аппарата. Ну, может быть, это преувеличение. Может быть. Но так или иначе, рост вот этого чиновничьего аппарата позволяет воздействовать на выборы. Это главный, так сказать, приводной ремень, по которому формируется, ну, большинство на выборах, по которому формируется вновь или обновляется круг политических деятелей. Влияние, так сказать, на результаты выборов – это очень существенная деталь вот воздействия чиновничества на обществом. Ну, мы еще вернемся к Бьюкенену, но уже, так сказать, в сфере более нам доступной, в сфере экономической. А сейчас позвольте мне порассуждать еще об одном обстоятельстве. Сегодня распространенным является теория или доктрина, как хотите, нового средневековья. Может быть, вы слышали об этом. Новое средневековье. Что это такое? Что под этим понимается? И экономисты, и политологи, или социологи понимают эту картину по-разному. Ну, прежде всего, что такое средневековье, да? Политологи понимают под средневековьем наличие определенного центра, вокруг которого объединяются, соединяются различные области и даже, ну, может быть, различные нации. Европейская общность, которая существовала в виде определенной, так сказать, составляющей Великой Римской империи. Социологи добавляют к тому, что это средневековье имело такой объединяющий фактор, как христианство. Христианский миф, как пишут они. Христианство объединяло. Это понятно, и это справедливо. Что касается экономистов, то они считают, что объединяющими началами были здесь, естественно, обстоятельства экономического рода. Необходимость развития рыночных отношений. И рыночных отношений, и отношений, ну, в денежной форме. И вспоминаю сразу же о Ганзейском союзе. Слышали, наверное, из истории. Ганза – это союз городов, прежде всего. Городов вот этого побережья северных стран. Ну, не только городов, но и, естественно, и народов, производящих определенные продукты, товары, обменивающихся. Ими. И вот в этот Ганзейский союз входили не только, ну, вот, народы Германии, Голландии, там, Дании, в общем, побережья, да, но и Руси, России, те стороны, такие стороны, как Новгород, вот, нынешний Архангельск, то есть то, что примыкало к морскому побережью. Ганзейский союз был очень распространен и даже имел свою монету.
Потом возникает Латинский союз, Франция, Италия и так далее, тоже образующие некую общность в экономическом смысле, прежде всего общность рыночную и общность денежную. Ну вот видите, по-разному несколько понимается, но это естественно, что по-разному понимается Средневековье. Но почему же теперь ведется разговор о новом Средневековье? О новом Средневековье. И здесь уместно вспомнить Николая Бердяева, который еще в 1924 году, 1924 году, опубликовал работу под названием «Новое Средневековье». По сути дела, Николай Бердяев является зачинателем этой идеи – новые средневековья. Бердяев пишет о том, что война Первая мировая, революции в России привели к разобщению народов Европы, разрозненности, разрухе, и что теперь стоит вопрос о том, а как, в какой форме объединить людей? Он пишет также и о том, что миф христианства в какой-то мере тоже ушел на задний план. Появились различные течения в христианской религии. Ну и пишет о том, что, по-видимому, демократия, демократические устройства спасут мир, возвратя его, так сказать, к некоему единству через миф, через демократию. Ну ладно. А теперь? Что мы видим теперь? Ну, каждый экономист вам скажет, что новое Средневековье выглядит в виде Европейского Союза, который объединяет все большее количество стран, всю Европу. По-видимому, примыкать будет и некое африканское побережье, и, естественно, страны, которые ранее входили в Советский Союз. Более того, введена единая валюта – евро. Значение евро трудно переоценить, простите за банальность, так сказать, но тем не менее, трудно переоценить даже по сравнению с долларом. Но не только в этом проявляется, ну вот, некое новое Средневековье. Новое Средневековье проявляется и в том, что, ну, развивается политическая общность в Европе. Ведь в будущем, по-видимому, Евросоюз перерастает, он уже перерастает в некое единое политически единое государство. И здесь возникает вопрос о том, каково присутствие России в этой европейской общности. Это одна сторона дела. Но другая сторона – это мифотворчество. Христианский миф как-то ушел в сторону. Миф о демократии тоже, ну, имеет место, но, тем не менее, все-таки не имеет такого, что ли, особенного, что ли, интереса, пристрастия, предпочтения со стороны людей. Каков новый миф? Новое, так сказать, Средневековье должно иметь новое мировоззрение. И здесь опять возникает вопрос, что под этим понимать? Вопрос, пожалуй, остается открытым. Вопрос, который можно обсудить, но в то же время он, по-видимому, в этой, так сказать, постановке не столько имеет экономическое значение, сколько, ну, методологическое, общие, социальные.
Посмотрим теперь на процесс, о котором шла речь, на исторический процесс с точки зрения того, как происходит становление экономической роли государства. Становление экономической роли государства, о чем, по сути дела, мы и должны вести беседу. Здесь мы можем выделить несколько этапов. В качестве первого этапа, который характеризует ранний капитализм, переход от средневековья к первым, так сказать, признакам буржуазного уклада. И здесь распространяется меркантилизм. Меркантилизм – это 16-17 века. Меркантилизм – это и теоретическая, так сказать, постановка вопроса, но и, естественно, практически политическая. Дело здесь состоит в том, что государство получает широкий простор для контроля над экономической деятельностью. Государство контролирует цены, контролирует трудовые отношения, контролирует покупку-продажу, рынок и многие другие обстоятельства, связанные вот с рыночными отношениями. Государство выступает как контролер, круг интересов которого достаточно широк. В особенности государство интересует денежные обращения. И в этой связи внешние торговли. Государство нацелено было на то, чтобы больше экспортировать и меньше импортировать. Значит, больше вывозить, меньше ввозить. Это значит накапливать деньги. А деньги были металлические, в основном золотые или серебряные. Накопление денег как цель. Хотя, как вы знаете, эта цель достаточно, что ли, слабая и порою даже незначительная. Вспоминается опыт Испании, которая также находилась в русле меркантилизма, и после открытия великих географических открытий, после открытия Америки, стала возить в страну металл, золото, серебро, прииски были там открыты. Причем это золото и серебро хранилось в сейфах государства. И всеми мерами стремилась, если и что-то покупать, то только в обмен на товары. А деньги хранить, накоплять. Это привело к весьма плачевным экономическим следствиям. Сидя на этом золотом сундуке, государство нищало в экономическом смысле. Не хватало продуктов потребления, не хватало инструментов, орудий труда. Именно потому, что другие страны не были заинтересованы в испанских товарах, а деньги Испания придерживала. Вот таков был результат вот этого меркантилизма. Можно привести и другие примеры. В России, скажем, господствовала модель замкнутой экономики. А это означало, что мы в те годы мало могли использовать опыт, технический
опыт хозяйственный, накопленный в других странах. Мы уже говорили в прошлый раз о классической модели в экономике. Классическую модель мы характеризовали с точки зрения теории. С точки зрения хозяйственной практики, классическая модель – это свобода действий, свобода экономических действий и хозяйств, бесконтрольность, безнаказанность даже, если хотите. Ну, налоги были, но они были все-таки, так сказать, незначительны. Ну, главная роль, которую играло государство, даже формула такая существовала: свобода действий плюс констебль, то есть плюс полицейский. То есть, ну вот, защита частной собственности, защита с точки зрения полицейского аппарата. И только. Все остальное – свобода действий. Это вот такая классическая модель, которая существовала в XVIII веке, ну, до начала, скажем, века XIX. Ну, в разных странах попозже началось это вмешательство государства более значительное в экономику. Но, тем не менее, оно началось. И началось повсеместно. Началось в различных формах. Развивается государственный контроль и в области цен снова, и в области других, так сказать, обстоятельств, связанных с внешней торговлей, связанных и с производством тех или иных продуктов, товаров. Государственный контроль особенно стал заметным в условиях второй половины XIX века, когда появляется так называемое антимонопольное законодательство. Антимонопольное законодательство, получившее простор в Соединенных Штатах и Германии. Особенно заметно. Ну, потом и в России также. Значит, что это такое? Это был период возникновения монополий. Всякого рода монополий. Монополий в виде соглашений о сбытии. Участники, партнеры держали цены на одном уровне, высоком уровне. И тем самым затрудняли развитие других отраслей. Монополии возникали и в виде предприятий, объединенных в единую корпорацию, концерн. Но одновременно в целях поощрения свободы, рыночной свободы, государство предпринимает антимонопольные меры, вводит антимонопольные законы. Это конец 19-го, начало 20-го века. Это, пожалуй, третий этап, скажем так, в развитии государственного воздействия на экономику. За ним последовал этап уже 20-го столетия, когда государство вновь начинает усиливать свою деятельность в экономике, причем усилить действия в виде присутствия своего, если хотите, присутствия и в производстве, и в социальной жизни. В особенности это было связано с подготовкой к войне, ведением войны, прежде всего Первой мировой войны, Второй мировой войны. И, наконец, сегодняшний день. Мы видим вновь определенные изменения в роли государства
в экономике. Может быть, под воздействием неоклассической модели. Может быть, в результате того, что, ну, действительно, рыночные меры, свобода действий дают более заметный экономический эффект. Во всяком случае, государство как-то уходит в сторону, и вновь рыночные отношения становятся более значительными, более, что ли, определяющими. Я имею в виду мир в целом. Конечно, существуют различия между странами. Различия, которые зависят от целого ряда обстоятельств. Важным является в этом государственном, так сказать, развитии такой фактор, как государственный сектор в экономике. Что такое государственный сектор в экономике? Это собственность государства на те или иные хозяйственные объекты. Собственность государства на те или иные хозяйственные объекты. Эта государственная собственность возникает, по сути дела, двумя путями. Это может быть государственное строительство. Государство за счет бюджетных средств строит некие предприятия хозяйственного назначения, финансовые учреждения, социальные учреждения за счет государственных средств. Один путь. И второй путь – проводится национализация частных предприятий. Национализация, то есть, ну, то, что, можно сказать, противоположно приватизации, когда государственную собственность приватизировали. Да и в нашей стране это происходило. А здесь идет национализация, то есть огосударствление. Чаще всего это происходило тоже в связи с целым рядом обстоятельств, о которых пойдет еще речь. Каковы отрасли, которые находятся в ведении государства? Это прежде всего или находились. Это прежде всего оборонные промышленности. Во многих странах оборонные предприятия, не во всех, далеко не во всех, но во многих находятся и находились в собственности государства. И возникали за счет государственного строительства, государственных средств. Далее, средства коммуникации тоже чаще всего были огосударствлены. Какие это средства коммуникации? Почта, телеграф, ну, может быть, железные дороги, другие виды транспорта, другие коммуникации. В собственности государства могли находиться и находятся также финансовые учреждения. Как мы увидим позже, существует центральный государственный банк, банк банков. Это государственные учреждения. Существуют и иные финансовые учреждения, подчиненные государству. Страховые компании могут находиться также в ведении государства. В ведении государства, собственности государства, могут находиться также предприятия по обслуживанию чиновничьего аппарата. Но я не думаю, что тут нужно особенно объяснять, понятно, о чем идет речь. Эти предприятия государственного назначения в целом работают, однако, на коммерческих началах. То есть они тоже производят продукцию, считают издержки, назначают цены, продают эту продукцию, получают прибыль, работают на коммерческих началах. Но они принадлежат, и они, и их доходы принадлежат государству. Или целиком и полностью,
Или государство может быть частичным владельцем пакета акций того или иного предприятия или банка, но оказывает при этом чаще всего решающее влияние на ход операций, на ход деятельности. Каковы мотивы возникновения государственной собственности? Они тоже различны. Это прежде всего мотивы политические, связанные с обороной. Это понятно. Это могут быть также мотивы, связанные с необходимостью, вот так сказать, разработки коммуникаций, средств сообщения. Понятно. Это могут быть также мотивы, связанные сегодня в особенности с поддержанием экологического равновесия. Экологического равновесия. И, соответственно, предприятия или сферы деятельности для того, чтобы поддержать среду обитания на должном уровне. Очень важная вещь, которую делают, конечно, и обязаны делать и частные предприятия, но и не без вмешательства, не без поддержки государства. Мотивами могут быть также и социальные требования. Требования, связанные с образованием, здравоохранением, поддержкой неимущих, попечительские всякого рода учреждения. Чаще они бывают также государственного, местного, общественного такого назначения. Они необходимы и в любой стране существуют. Какова эволюция собственности государства? Растет она или сокращается? Это вопрос, который требует и размышлений, и требует, ну, определенной, что ли, четкости в понятиях и в расчетах. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду чаще всего долю государства в валовом продукте, в общем, совокупном продукте, производства. Производстве, в совокупной производстве общества данной страны. Так вот, удельный вес государства в конце 19 и в 20 веке возрастал. Он возрастал неравномерно. Иногда были как-то повороты и назад, но тем не менее тенденция, если его графически тенденцию изобразить, тенденция шла вверх. То есть государственное участие возрастало. Сегодня мы не можем сделать такой вывод, что происходит этот процесс и дальше. Более того, скорее мы замечаем или некую стабилизацию, что ли, государственных отношений, государственной собственности, или даже сокращение государственного участия в производстве, в промышленности, да и в финансовой области. Определенные сокращения. Опять возникает вопрос, а почему? Почему происходит некое такое падение, что ли, доли государства в валовом продукте? Этот вопрос тоже не просто обозначить. Ответ на него получить. Может быть, это связано прежде всего с тем, что частный сектор более рационален, более эффективен. И невольно вспоминаются вот эти слова Смита, помните, что стремление к прибыли является лучшим, так сказать, стимулятором роста производства и удовлетворения потребностей. Может быть, этот момент играет и здесь определенную и важную роль. К
Кроме того, может быть, это связано еще и с тем, что возрастает значение общественных, всякого рода общественных учреждений, организованных на началах, так сказать, что ли, взаимодействия граждан в странах. Особенно, если мы имеем в виду сектор социальных отношений. Ну, а теперь, друзья мои, я хотела бы перейти к предмету, который является, пожалуй, сегодня для нас наиболее важным. Можно сказать, что все предшествующее было неким вступлением. Это соотношение, условно назовем, соотношение государства и рынка. Государство и рынок. То есть речь пойдет о формах и методах государственного воздействия, государственного регулирования экономики. А экономика – это рынок, это обменные операции. Ну и здесь опять нужно нам будет с вами начать, по-видимому, разговор с неких теоретических предпосылок. Термин «свобода» существует такой. Кстати сказать, он не идентичен российскому пониманию воля. Это интересный такой, психологический, национально-психологический момент. Я вот интересовалась, как воля и свобода соотносятся в других странах, в других языках. И пришла к выводу, может быть, не совсем правильному, что в других языках воля имеет только вот понятие как черта человеческого характера, волевой человек. А так существует термин «свобода». В России же, кроме свободы, кроме воли как вот характерного или менее или более характерного момента в человеческой психологии, воля еще и понимается как некая безграничная свобода. Воля, да. Может быть, это связано с длительными остатками крепостничества в нашей стране, вообще всякого рода ограничений, которые были и в царское время, естественно, с давних пор, еще с периода Руси и варягов, может быть, даже, которые приехали править Россией. Да? Есть, между прочим, прекрасная картина у Рейха. Море, темные такие тона, северное море. Большая лодка, такая красивая большая лодка, там люди в военных, так сказать, одеждах, если их можно назвать военными в тот период. И надпись у Рериха: «И пошли они править Русью». «И пошли они править Русью». Ну, я не знаю, там правили ли варяги Русью, их все-таки было не так много. Но так или иначе, в общем-то, заканчивается эта варяжская ветвь царской фамилии Иваном Грозным, который был еще Рюрикович. Да? Ну, это я отвлеклась, друзья мои, извините меня. Итак, свобода. Свободу различают как свободу экономическую, свободу экономических действий, свобода рынка, свобода производства и политическая свобода. И политическая свобода. Совпадают эти понятия? Конечно, нет. И вот возникает такой вопрос. Соединяются ли между собой авторитарный режим, политический режим, авторитарный или такой
самодержавный, что ли, режим, и экономика, и рынок, или нет? Сразу же есть специалисты, которые говорят, да, это не исключение, и приводят примеры. Примеры из истории, скажем, Латинской Америки, когда в стране господствует авторитарный режим, но в то же время экономика, в общем-то, находится на хорошем, так сказать, уровне развития. Иногда вспоминают даже и сегодняшний Китай, насколько это возможно, это другой вопрос, где политическая, так сказать, власть остается, в общем-то, почти прежней, между тем, как рыночные отношения развиваются. То есть вот такие моменты не являются уж совсем исключением. Хотя некоторые экономисты, так сказать, рыночники, вот Милтон Фридман, известнейший деятель, создатель современных вот структур денежного обращения, да и рыночных структур. Милтон Фридман, лауреат Нобелевской премии. Он считает вот такие вещи исключением. А вообще считает, что рыночная экономика и свободное общество – это синонимы. И Хайек такой еще есть, экономист. Австрийского происхождения, но американец, также считает, что рыночная экономика должна быть в свободном обществе, предполагает политическую свободу. Политическую свободу. В этой связи особенно интересны для нас, пожалуй, рассуждения такого теоретика, который считают создателем государственного регулирования в экономике. Создатель государственного регулирования в экономике, условно говоря, является Джон Мейнард Кейнс. Вновь Кейнс. И именно Кейнс писал о необходимости политической свободы для развития рыночных отношений и свободы действий, и свободы выбора. Вот снова у Кейнса возникает этот термин – свобода выбора. Он, знаете, даже как писал, потеря личного выбора в тоталитарном обществе. Это 30-е годы, он имел в виду Советский Союз. Потеря личного выбора в тоталитарном государстве – это наибольшая из всех потерь в общественной жизни. Наибольшая из всех потерь – это потеря личного выбора. С другой стороны, свобода выбора исключает равенство. Вот заметьте еще такой момент и задумайтесь над этим. Исключает равенство. Если мы предположим, что существует в обществе свобода выбора, свобода предпочтений, предпочтений не только в потреблении, в образе жизни, в занятиях, свобода, то эта свобода действительно исключает равенство. Между тем, и в нашей стране, и в ряде других стран существует достаточно широкий круг людей, которые выступают за необходимость равенства. Необходимость равенства для того, чтобы все имели равный доступ к благам.
Но равенство исключает более значительное развитие и экономики, и производительных сил, и науки, и многого другого. А главное, порождает некую пассивность, вы знаете, некая пассивность граждан и надежда. Надежда на то, что вот благодетельное государство создаст им какие-то возможности для существования. Надежду на государство мы не потеряли до сих пор. И оно обязано. Вы знаете, конечно, кое-чего государство обязано делать. Образовывать детей, скажем. Ну, иметь определенную социальные возможности, оказывать социальную поддержку. Но прежде всего человек должен иметь право выбора. Он должен быть самостоятелен и готов к действию. Готов к действию. Именно он, по сути дела, создает себе атмосферу и жизнь, которую он предпочитает. Ну вот так вот. Коротко мы поговорили с вами о том, что такое свобода. Свобода политическая и свобода экономическая. И можем, как некое резюме, дать определение рыночной экономики, вот связанное с политикой. Определение рыночной экономики, состоящее из двух моментов. Во-первых, удовлетворение потребностей, удовлетворение потребностей и в товарах, и в услугах, происходящее через рыночный обмен. Это первое. Удовлетворение потребностей через рыночный обмен. И второе. Возможность принятия самостоятельных решений. Хозяином, экономическим человеком возможность принятия решений самостоятельно. Вот что такое рыночная экономика. Два момента. Удовлетворение потребностей через обмен, через рынок, принятие самостоятельных решений. В чем же состоит тогда мудрость государственного регулирования? В чем же состоит мудрость государственного регулирования? Вопрос опять-таки, ну, в какой-то мере риторический. На практике трудно. Достижимый, но иногда встречающийся. Мудрость состоит в том, чтобы видеть, глубоко понимать хозяйство своей страны, экономику своей страны, ее преимущества, ее недостатки, ее исторический опыт. Мудрость состоит также в том, чтобы видеть и опыт, накопленный за границей, и подумать, задуматься над тем, а что из этого опыта приложимо к нашей системе, в какой мере. Мудрость состоит также, и это тоже очень существенно, в том, что руководство, вот этот политический круг чиновников, государственных деятелей должен быть достаточно квалифицирован. Квалифицирован не только с точки зрения, ну, общего образования, но и с точки зрения экономического знания, с точки зрения, ну, знания и практики хозяйственных отношений и, ну, возможных, так сказать, вариантов в этой экономической динамике. Еще
одно важное обстоятельство, которое позволяет нам вернуться к Бьюкенену. Бьюкенен рассуждает так, а чем же должна быть ограничена сфера государственного воздействия, государственного регулирования? Чем она должна быть ограничена? Или может ли государство везде, во всех отраслях, в той или иной мере иметь какое-то присутствие? И он дает вот такой тезис, который звучит, ну, достаточно, может быть, просто, но в то же время он отнюдь не прост. Бьюкенен пишет: государственное вмешательство должно быть ограниченным сферой товаров и услуг, потребляемых совместно. Вот обратите на это особое внимание. Государственное вмешательство должно быть ограничено сферой товаров и услуг, которые общество потребляет совместно. Совместно. А не индивидуально. Какие это сферы? Ну, это сферы, опять-таки, здравоохранения. Мы совместно потребляем медицинские услуги. Образование, понятно, также. Сферы культуры. Разного рода культурные учреждения, спорт, иные такого же рода социального сферы, где мы услуги потребляем совместно, а не в индивидуальном порядке. Но Бьюкенен здесь же предупреждает. Тем не менее, это вмешательство должно строиться таким образом, чтобы чиновники, его осуществляющие, не превращались в хозяев этих учреждений. Это очень трудно. Это мы с вами хорошо знаем, что это очень трудно. Но, тем не менее, это полезно, и это важно также иметь в виду. Не превращались в хозяев этих социальных институтов. Государственное регулирование – весьма важный фактор в странах, которые находятся в переходном состоянии, в переходном периоде. Действительно, вот тот самый период, который длится у нас и длился, ну, по сути дела, с начала 90-х годов до 2000-2001 года, по-моему, более чем 10 лет. Этот период мы обозначаем как переходный к рыночной экономике, переходный к иным формам отношений и между людьми, между государством и членами общества. И здесь, конечно же, в этот переходный период очень важную роль играло и должно играть государство. Но еще одну сторону, и для переходного периода важную, как мы с вами знаем, и для государственного воздействия в экономике вообще, подчеркивает Бьюкенен. Это проблема расходов на управление. Проблема расходов на управление. Бьюкенен видит здесь лишь такую альтернативу, предлагает такую альтернативу.
разработать свод законов, ограничивающий приток средств для вот этого государственного регулирования. Расходы на управление должны по закону, в законодательном порядке быть ограничены. Но вы знаете, это как раз то самое обстоятельство, когда сказать это может быть и хорошо, и звучит это, так сказать, тоже правильно, но осуществить очень трудно, очень трудно. Особенно в условиях, когда чиновничий аппарат действительно размножается, в условиях, когда чиновничий аппарат имеет такое глубокое всестороннее воздействие на экономическую жизнь. Но, тем не менее, я хочу лишь здесь подчеркнуть, что расходы на содержание государственного аппарата – это проблема не только нашей страны. Это проблема общечеловеческая. И не случайно ученый-американец вот особенное внимание уделяет этому фактору. Как государственное вмешательство проникает в хозяйственную жизнь, в жизнь общества вообще, и каков обратный, так сказать, эффект, обратное влияние общественной жизни, общественных решений, выборов на состояние государственного регулирования. Позвольте предложить вам схему. Схему, которая, ну, включает несколько важных факторов, обстоятельств. Ну, во-первых, это государственные воздействия, которые осуществляются, как вы видите по схеме, в целом ряде направлений, в том числе и направлений чисто экономических и политических. Это государственные воздействия на социальную среду, направлено в социум, на социальную среду. Между тем, социальная среда влияет и получает, соответственно, импульсы от психологии действий, деятельности людей, и, соответственно, возникает отношение к тем или иным государственным импульсам, государственным решениям. Соответственно, это влияет и на характер, на участие, на возможности осуществления государственных решений. А последнее вновь ведет нас к тому, с чего мы начали, к государственному воздействию. Вот я просто сейчас вам назвала, вы внимательно посмотрите эту схему, которая позволяет нам и обнаружить, какую роль играет психологический фактор. Он не только индивидуален, так сказать, но он типичен. Он играет очень важную роль в общественной жизни. И именно поэтому, зная это, политики и политологи обращают особое внимание на состояние психологии общественной и на национальную психологию в особенности. Экономический фактор реализуется через деятельность экономического человека. Вот еще одно новое вроде бы понятие – экономический человек. Экономический человек как термин
был введен еще Адамом Смитом, первым классиком Адамом Смитом, который, характеризуя его, экономического человека, писал о том, что ему присуще стремление к максимизации доходов, к максимизации различного рода, ну, своих действий, своих интересов. И эта максимизация происходит различным путем, различным порядком. Экономический человек – это ведь не только хозяин предприятия, это не только предприниматель. Экономический человек – это человек, который зарабатывает деньги своим трудом и стремится к тому, чтобы его доход, ну, возрастал. И в то же время стремится к тому, чтобы и интерес его к работе был достаточно велик, полезен и позволял ему, так сказать, ну, быть и для себя интересным. Когда мы говорим о государстве и экономике, мы не можем упускать из вида вот этого экономического человека. Как экономический человек понимает общение с государством? Опять Бьюкенен. Бьюкенен считает, что для человека, а он считает экономическими людьми всех, так сказать, работников, экономический человек рассматривает отношения с государством как отношения обмена. Обмена чего на что? Обмена своих, так сказать, поступлений в государственный бюджет, налогов прежде всего и всякого рода иных, так сказать, тарифов, которые он платит государству, обмена на те или иные действия государства. Какие действия? Защита. Защита от разных стихийных бедствий, защита в виде полицейского аппарата, защита экологии, среды обитания. То есть определенные действия, которые государство позволяет, ну, ему получить в обмен на его налоговые издержки. То есть вот он рассматривает здесь эти действия тоже как рыночные. Это новый и интересный подход к делу. И для него, в общем-то, государство, мы об этом еще потом попозже поговорим, может быть, подробнее, государство – это своего рода политический рынок. Политический рынок, который связан, с одной стороны, вот этими отношениями обмена с экономическими людьми, налоги, защита, а с другой стороны – это рынок потому, что его действия, действия государства, продажа услуг или осуществление услуг тоже является своего рода продажей. Продажей услуг самого различного рода. Ну, здесь, конечно, снова возникает проблема чиновничества, оплаты чиновничества. Ну, об этом мы, может быть, с вами еще найдем место поговорить. Еще один вопрос мне хотелось бы вам задать, ну и в то же время попытаться дать ответ на него. Вот существует такой термин – сильные государства. Экономически, политически сильные государства.
Что мы понимаем под термином «сильные государства»? Мы, я имею в виду экономисты. Что мы понимаем под термином «сильные государства»? Ну, можно себя объявить сильным государством. Просто объявить. Да, можно, конечно. Но от этого, конечно, государство не становится сильным, как вы сами понимаете. Но существуют некоторые иные обстоятельства, которые позволяют судить о силе государства. Я имею в виду силу экономическую или социально-экономическую силу. Это государство, которое обеспечивает национальную экономическую безопасность. Национальную экономическую безопасность при сохранении свободы рыночных сил. Национальная экономическая безопасность при свободе рыночных сил. Этот фактор несколько условен, несколько, может быть, и значителен, но тем не менее условен, поскольку речь идет о том, что возникают вот такие организации, как ВТО, Всемирная торговая организация, которая заставляет страны открываться, а национальная экономическая безопасность предполагает, что государство проводит какие-то меры, в том числе и меры внешнеэкономического порядка для того, чтобы обеспечить себе национальную безопасность от иных стран. Во-вторых, это государство, имеющее или являющееся экономически эффективным. Что это значит? Это значит, что речь идет о государстве с достаточно высокой производительностью труда. Производительность труда – это выработка. Выработка, которую можно считать на отдельных предприятиях, но можно считать и в совокупности, в промышленности, в хозяйстве вообще. Высокая эффективность – это высокая технология. Высокая технология – это низкие издержки производства, это большое массовое производство, соответственно, массовый спрос и массовая доступность продуктов. Вот экономическая эффективность. И, наконец, последнее, которое можно считать наиболее важным в экономическом смысле, в экономическом отношений. Это государство может быть названо экономически и вообще сильным и социальным, и в экономическом смысле, может быть названо тогда, когда оно в состоянии обеспечить приемлемый уровень благосостояние для своих граждан. Государство может быть названо сильным, если оно может обеспечить своим гражданам приемлемый уровень благосостояния. Но речь идет, конечно, о среднем уровне благосостояния. Проблема бедности – это не только проблема России. Она существует во многих других государствах также. Существуют, соответственно, и меры по обеспечению, что ли, бедных людей, по ликвидации бедности. Но целый ряд и иных обстоятельств вновь и вновь выдвигает эту проблему на первый план. Вот, пожалуй, три фактора, которые позволяют судить о силе государства, если разговор идет в экономическом ключе. То есть я не беру во внимание оборонку,
количество там танков, ракет и прочих дел. Это, во-первых, стало быть национальной экономической безопасностью. Это, во-вторых, эффективность, экономическая эффективность государства. Это, в-третьих, обеспечение благосостояния граждан. Обеспечение благосостояния граждан. Ну вот, пожалуй, в таком ключе мы с вами разбираем отношение государства и экономики. Возвращаясь к началу, можно сказать, что в основном все-таки речь шла, конечно же, не о просто присутствии государства в экономике. Речь шла в большей мере о государственном регулировании. Ну или, если хотите, вмешательстве в экономику. Теперь обратимся к тем вопросам, которые для нас могут быть интересны в смысле обсуждения. В смысле обсуждения. Сколько времени-то? Сколько времени-то? Что-то уже совсем другое. 0,25. Вопросы таковы. Как можно систематизировать процесс воздействия государства на экономику России? Как можно систематизировать процесс воздействия государства на экономику России? Попробуйте, используя вот те самые факторы, о которых сегодня шла речь, обратить свое внимание на российское взаимодействие государства и экономики. Во-вторых, в чем состоит основное содержание институционализма? Вот здесь я вам должна сказать следующее. Я забыла вам сказать, что вот этот господин Джеймс Бьюкенен является представителем институционального направления в экономике, в экономической науке. Институционализм существует с конца XIX века. Иногда он получает более значительное развитие, иногда как-то ослабляется его роль, но так или иначе он, институционализм, в общем-то, достаточно распространен и в Соединенных Штатах, и в других странах. Чем отличается это направление экономического и макроэкономического анализа от других? Это направление отличается тем, что в основе здесь находятся основным объектом внимания, являются институты. Институты самого разного рода. Это не только институт образовательный, так сказать. Это не только государственные институты. Это институты, ну, и экономической жизни, предпринимательства, отдельные предприятия, отдельные финансовые учреждения, мы многое-многое другое. Институты – это некие, так сказать, большие или меньшие общности людей, иногда совсем малые-малые предприятия, общности людей, которые совместными усилиями осуществляют те или иные действия, экономические действия. Они могут быть более эффективны, менее эффективны. И институция, да, даже, вы знаете, домашние хозяйства также рассматриваются
как своего рода институты. Домашнее хозяйство, семейное хозяйство, да, тоже институт семьи, институт семейного хозяйства, ведения хозяйства и распределение средств и так далее, и так далее. Вот такого рода институты довольно, так сказать, ну, широко изучаются в Соединенных Штатах. Так вот, Бьюкенен является представителем институционализма или, ну, как говорят, постинституционализма, надинституционализм, то есть новой ступени в развитии институционализма, новой ступени. И вот все те факторы, все те действия, которые мы с вами сегодня рассматривали, в политике, экономике, взаимосвязи, все они, по сути дела, носят институциональный характер. И это естественно, институциональный характер. Так вот, ваша задача в этой связи состоит в том, чтобы выяснить основное содержание работ Бьюкенена. То есть то, что я в двух местах использовала и объясняла, соединить и показать, в чем же состоит содержание бьюкененской теории. Да. Еще вот снова к этой схеме, которую мы обозначили. Там четыре компонента. Вот задумайтесь над этой схемой и, по сути дела, объясните себе, каков же путь принятия решений. И не только просто принятие решений, но путь, ну, при котором решение становится реальностью, объективно необходимостью и реальностью. Каков этот путь и где тут какие позитивные и негативные моменты существуют. Ну вот, пожалуй, так на этом мы можем с вами закончить сегодняшнюю лекцию. Я благодарю вас за внимание. И прощаюсь с вами до следующего раза. Спасибо.